Недавно Алан Клей потерял все. А каждый, кто лишился своей новой машины, или еще хуже, роскошного дома и смиренной жены, обычно вопрошает: «За что, Господи?» И не придумал ничего лучше, как отправиться на другой конец света. Ты что, на Луне? Нет, я в Саудовской Аравии. Хочу сбыть местному королю свою систему голографической трансляции. Вы водитель? Водитель, гид, герой. Эй, это мечеть, на которую выходит мой балкон? Да, там обычно проводят казни. В смысле, хотите заглянуть? Нет. Нет. Знаешь, пап, я тебе верю. Маму не слушай. Она не понимает, что ты забыл в пустыне. Докажи ей, что она не права. Этот проект крайне важен для компании, и тем более для вас лично. Здесь никогда ничего не происходит. Еще посмотрим. Посмотрим. Здорово. Короля сейчас нет. Он в Джеде. Он в Йемене. Он в Нью-Йорке. Его давно тут не было. Как давно? Я здесь уже полтора года, а он так и не появился. Ты не ушибся? Порядок. Ладно. Я доктор Хаким. Входите. Вернетесь в воскресенье, посмотрим результаты. А вы будете здесь в воскресенье? Да. Женщина-доктор, да? И вы были одни? Я откладываю свое возвращение в Штаты и пока не знаю, насколько. Ты готов? Готов. Ты много фотографируешь? Работаешь на ЦРУ или как? Подрабатываю. Ничего особенного.